Ой, простите, пожалуйста. Меня ждут. Привет. Здрасте. У всех такие лица разные, кстати. Не-не-не, я на минутку. Слушай, я тебя вот в стороночку буквально на секунду могу утащить? Да. Я с возвратом, чё вы? Мне можно без возврата, да? Уже надоел. Видишь, как подруги тебя любят. Ты, кстати, очень классно выглядишь. Спасибо. Я уже два раза мимо иду и как бы смотрю на тебя, тут ты. Я. Да. Как тебя зовут? У меня молодой человек есть. Ну подожди, что это, не повод не сказать свое имя. Меня Марина зовут. Мариночка. Меня Вова зовут. А что, молодой человек, как диагноз прозвучало? Так все плохо? Я просто сразу как бы... То есть он любимый там и так далее, и все да. Хорошо, да? Да. Блин, так-то вообще всех хороших девушек расхватали. Ну, как-то так. У меня тоже есть молодой человек, конечно, но... Может, познакомиться. Видишь, как хорошо. А вообще прям, то есть даже смысла нет общаться или что? Бывает, что уже, знаешь, поднадоел. Нет такого еще? Нет. Блин, ну, знаю. Тебе офигенского вечера. Приятно, спасибо. Подружам большой тоже. Привет. Тебе тоже молодому человеку. Передам. Пока. Все оказалось как-то слишком быстро. Не так, как хотелось бы. Ребят, как бы вот сейчас был пример того, что... Да, еще раз, очередной из там сотен тысяч примеров из моей жизни, когда девушка может вам отказать. Ну, потому что действительно есть какие-то объективные причины. Девушка сказала, что у нее есть парень. Вообще, как бы, по теории, если ты в моменте окажешься лучше, чем ее парень, да, то у тебя есть все шансы, чтобы там записать телефон, что-то еще. То есть, ну, если там, конечно, любовь-морковь, то, скорее всего, может быть, и не получится. Здесь было что? То есть мы с Тимой два раза прошли мимо этого кафе, и оба раза я смотрел на нее через витрину, она смотрела на меня. Я подумал, о, классно, сейчас пойду телефон с ним. Подошел, то есть, вот, ну, ты видел, что было. Парень, все дела. Вообще можно было, конечно, понастаивать, но в последнее время я что-то зажрался, зазнался и подумал, что я никого говорить не собираюсь. Вот, ну, опять же, это видео только для того, чтобы показать что-то тебе, потому что, ну, мы сейчас явно не для себя знакомимся с мужиком. Работа с отказом. Вот, и, соответственно, сейчас был отказ, но, может быть, это тебе поможет как пример того, как можно красиво слиться и, ну, ничего стрёмного в этом нет. Потому что многие, а, меня слили, там, боже, и я потом неделю не могу подходить. Ребят, это обычный процесс, ну и что? Ну, я попробовал, и вы делаете так же. Всегда пробуйте, ребята. Тот, кто не пробует, он не получает никакого результата. Давайте.